В Москве наблюдается повышенный спрос на ряд товаров. На кадрах, снятых Раптли, в понедельник видно, как в одном из столичных гипермаркетов пустуют ящики из-под овощей и фруктов. А также полки с хлебом, крупами и туалетной бумагой. Некоторые пользователи сети расценивают это как стремительную реакцию на новости о пандемии и коронавирусной инфекции. Иные убеждены, что в магазинах ежедневно кончаются те или иные продукты, поэтому ситуация не выглядит необычно. Московские власти заверяют, что все находится под контролем. В Министерстве сельского хозяйства создан оперативный штаб для контроля и мониторинга ситуации на продовольственных рынках. В ведомстве отмечают, что дефицита товаров нет и не будет, а все продукты есть в наличии. Дело в том, что оперативно доставлять их в торговый зал получается не всегда. Жители японского города Йокогама в минувший понедельник выстроились в очередь, чтобы успеть купить медицинские маски по сниженным ценам. Найти их было тяжело после того, как все средства индивидуальной защиты были распроданы на фоне коронавируса. В Японии на сегодня зарегистрировано более 830 случаев заражения, 22 из которых оказались смертельными. Ранее у берегов Йокогамы, напомним, был пришвартован круизный лайнер Diamond Princess, на котором у пассажиров было выявлено 696 случаев коронавирусной инфекции. 7 человек скончались. Эйфелеву башню закрыли для посетителей в пятницу по причине распространения коронавирусной инфекции. Такое решение было принято после того, как правительство Франции сообщило о запрете собраний более 100 человек и призвало закрыть школы по всей стране. На кадрах, снятых в пятницу, видна Эйфелева башня, освещающая небо над Парижем, однако у ворот посетителей нет. В Великобритании робот-уборщик борется с коронавирусом в лондонском аэропорту Гатвик. На кадрах видео, снятого в четверг, робот-уборщик движется по одному из терминалов второго по величине лондонского аэропорта. Сообщается, что аэропорты Гатвик и Хитроу объявили об усиленных мерах санитарной обработки на фоне распространения коронавируса. Креативно к вопросу безопасности на фоне пандемии коронавируса подошли в Австралии. В небе над Сиднеем на прошлой неделе при помощи самолета прочертили призыв «Мойте руки».